Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии речь пойдет о функции DevSSL. Функция очень полезная, да, и помогает избежать очень множественных если, то есть вложенных если множественных и так далее. Давайте посмотрим, какие виды ссылок вообще бывают в Excel. Вот, для того, чтобы отобразилась первая ссылка, нам необходимо сюда, да, дописать функцию DevSSL, а то иначе она вернет просто как ячейку E12. Пишем DSL, выбираем ссылку и закрываем скобку. То есть, видите, да, при поставлении данной ячейки сюда у нас получается значение берется из ячейки F12. Далее нам необходимо сделать тип ссылки в формате R1, S1. Для этого смотрите, что нам нужно сделать. Мы пишем функцию DSL, далее указываем ссылку на ячейку в ячейке и ставим 0. То есть обратите внимание, здесь у нас R14, C16 обозначает, что это у нас 14 строка, 6 столбец. Окей. Далее у нас идет поставщик. Пишем равно DevSSL. И чтобы у нас заработало имя P, нам необходимо присвоить поставщику имя P. Для этого достаточно написать в окне имя, нижнее подчеркивание, P. Видите, сразу все заработало. Отлично. Переходим к следующей задаче. Следующая задача заключается в следующем. Нам необходимо определить первую машину на дату 08.10.2019. И здесь у нас есть какой вариант. То есть мы знаем, что значение у нас будет подтягиваться из ячейки C. Да? C какой-то. Вот. Поэтому мы пишем следующую формулу. Мы пишем DevSSL, далее указываем, в каком столбце у нас будет находиться значение. Это значит, у нас столбец C. Делаем сцепку. И здесь пишем простой поиск позиции. То есть он будет находить значение числа в столбце, соответственно, B. Фиксируем тип сопоставления, ставим 0 и закрываем ячейку. Нажимаем Enter. Как мы видите, у нас вернулось значение определить машину. То есть вот это. Для того, чтобы у нас правильно начало определяться, нам необходимо к поиск позиции добавить 8. Да, восьмерка это номер строки. Вот отсюда, да, получается. И тогда порядок цифр будет правильный. Как мы видим, все верно вернулось. Масс 939. Окей, в данном формате функцию используют тоже довольно-таки часто. И теперь самое время поставить видео на паузу. Написать комментарий с одним из этих ключевых слов. DevSSL, функция DevSSL, Excel, DevSSL. Спасибо большое, буду очень вам признателен. Задача номер 3 заключается в том, что нам необходимо перенести столбцы F, G и H из листов с соответствующими названиями. То есть, смотрите, у нас есть автомобили. Да, каждому автомобилю нам необходимо будет перетащить данные в эту таблицу. Как это можно было бы сделать? То есть, можно было бы написать, если, да, здесь значение FRED201, тогда подтягивать данные из этого листа. Соответственно, если значение MAS 939 из этого. Вот, мы будем делать немного по-другому, потому что сегодня как раз мы проходим функцию DevSSL, и для этого нам необходимо сделать следующее. Смотрите, можно выделить несколько листов, да, через Shift, это первый и последний. И если мы в первом листе введем единицу, она у нас отобразится во всех листах, смотрите, видим. Вот, по тому же принципу мы можем поступить и с именем, да. То есть можно присвоить автоматически имя. Дело в том, что, смотрите, если мы сюда добавим столбец вставить и возьмем ссылку, сделаем вправо Enter, то у нас слева появится перед каждой таблицей имя, которое необходимо для присвоения. То есть теперь мы еще раз выделяем все данные. Далее выделяем таблицу. У нас получилось выделить сразу несколько таблиц на всех листах. Заходим в формулы.
Выбираем создать из выделенного и выбираем, откуда брать имя в столбце слева. Нажимаем ОК. Смотрите, теперь мы нажимаем Ctrl F3, и у нас получается имена автоматически присвоились. Если мы войдем отдельно ZIL, допустим, да, видите, то есть значение для именованного диапазона он взял слева, а само имя подтянул, соответственно, уже то, что нам нужно. Окей. Теперь выделяем наши данные. Выделяем столбец А, удаляем его. Еще раз проверяем списки. Да, все окей. Отлично. Теперь нам необходимо прописать формулу, которая будет подтягивать данные в нашу оранжевую таблицу. Мы также будем использовать функцию столбец. Функция столбец возвращает номер текущего столбца, если значение аргументов пустое. И, соответственно, возвращает номер столбца, ссылку на который мы указали. То есть B4, столбец номер 2. Отлично. Как вы видите, DT, цена DT и сумма у нас во всех таблицах идут друг за другом. Поэтому здесь мы напишем функцию VPR. Пишем VPR. Далее, искомое значение мы ищем по автомобилю, после чего указываем точку с запятой, таблица для поиска. Здесь мы, видите, как обычно привыкли указывать имя, здесь мы его не указываем. Выбираем функцию DVSIL и указываем опять наше имя. То есть получается, когда мы указываем имя автомобиля, да, его номер, то у нас автоматически сюда будет подтягиваться диапазон, да, из соответствующего листа. Далее мы указываем номер столбца для переноса. То есть нам нужен столбец 2. Да, мы указываем столбец B2, чтобы нам каждый раз не протягивать. И тип сопоставления ставим 0. Окей. Далее нам необходимо зафиксировать ячейки C9 по столбцу, чтобы при протяжке вправо она не смещалась. Ячейку C9 также по столбцу. И выполняем заполнение вправо. И заполняем вниз. Как мы видим, все получилось отлично. Заключительной задачей на сегодня будет следующее. Нам необходимо в зеленую таблицу перенести последнюю заполненную строчку в оранжевую таблицу. Для этого у нас какая будет формула? То есть мы сначала напишем формулу, а потом поместим ее в именованный диапазон. То есть для этого следующая формула будет верна. Мы напишем функцию dvSIL. Далее нам необходимо вернуть ссылку на ячейку. Для этого мы что делаем? Для этого мы сцепляем, получается, значение через R1, S1. То есть мы пишем R. То есть строка у нас будет определяться при помощи функции счет значений, которая посчитает количество значений в данном диапазоне. То есть, ну, здесь можно написать побольше, чтобы она у нас при расширении не менялась. B100. Окей. Далее, что нам нужно сделать? Далее нам нужно сцепить номер столбца. Номер столбца у нас будет C2. Так, C. И вернем столбец через уже знакомый нам столбец функцию. То есть, чтобы он брал именно текущий столбец, второй. Окей, после того, как мы написали нашу формулу, нам необходимо ее скопировать. Нажать вот, оставить выделенную ячейку именно B6. Далее зайти через Ctrl F3 в именованные диапазоны. Создать. Дальше пишем импорт. И, соответственно, в диапазон мы указываем нашу формулу. После чего впереди ставим равно и нажимаем ОК. Закрываем. Далее пишем равно F3 и выбираем input. Как мы видим, все подтянулось. Теперь для проверки давайте внизу напишем дополнительную строку, которая будет в себя включать какой-то текст. Типа тест. Как мы видим, результаты подтянулись наверх. То есть данная функция является одной из самых удобных и помогает получить очень большую вариативность в Excel. Теперь, если вы не поставили лайк, сделайте это сейчас. Напишите комментарий dvSIL, функция dvSIL, Excel dvSIL с этими ключевыми словами. С вами я прощаюсь, до следующей среды. Спасибо за просмотр, всего доброго. До свидания.